Шалом. Шалом всем ищущим истину. Пусть Божий шалом наполнит вас, и пусть благословенный Руах Акодыш, Дух Святой, сильно коснется ваших сердец. Пусть Божья любовь наполнит ваши сердца и приготовит вас к шествию вместе с Господином Славы, Иешуа, нашим Царем и Господом. Во все дни жизни вашей пусть Он вас благословит, и пусть вы будете шествовать за Ним в победе и величии Его Святого Духа. 28 и 29 декабря я получил два пророческих слова на 2021 год. Я их сейчас высвобожу. Молитесь, и пусть Господь обильно вас благословит, друзья. Во имя Иешуа, Царя Славы. Амен. Пророческое слово на 2021 год. Заря моего рассвета, восстающая над всей землей, принесет славу моего присутствия, которое земля видела последний раз во время служения моего сына 2000 лет назад. 2021 год – это год сошествия моего обильного чудотворения – через апостольское и пророческое служение по всему лицу земли. Горы будут расступаться, и моря изливать свои шторма по предшествию воскрешения многих, огрубевших и омертвевших духовно. И это признак моей золотой жатвы. Амен. Песня моего суда над всем язычеством в церкви будет громыхать весь 2021 языческий год. Пророческое слово. Моя святая песня, говорит Господь, будет течь обильнейшими и огромнейшими судами моей славы по всему лицу земли весь 2021 языческий год. Многие из вас, народ мой, говорит Господь, выйдут из стихии языческого мира и будут обращаться ко мне в истинном покаянии. И так многие из вас вкусят реальную и настоящую силу моего спасения. Песня моего суда над всем язычеством церкви будет громыхать весь 2021 языческий год. Кайтесь и трепещите предо мной. И тайна слов этой песни есть моя вечная и святая любовь ко спасению первенца Израиля. И кто примет это, тот вернется и прилепится к истинным корням моей славы и полностью выйдет из языческих обрядов, которыми поражена большая половина людей, верующих в меня. Амен. Будьте благословенны, друзья. Пусть Господь обильно наполнит вас своей любовью.